Глава «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев заявил, что сегодняшние тарифы на газ не покрывают затрат на его покупку. По нашему расчету, сегодняшний тариф не покрывает наших затрат даже на покупку газа. Подробный расчет с объяснениями выложен на нашем веб-сайте. Он публичный, его можно посмотреть, заявил Коболев. По его словам, около 750 гривен, это примерно 36 долларов, за 1000 кубометров тратится на доставку газа к потребителю. Это фиксированная цифра и для газа, который продается по цене 7188 гривен, это около 325 долларов. И для того, который по соцнорме продается за 3600 гривен, около 170 долларов за 1000 кубометров. От тарифа это примерно 10-20%. Он также отметил, что «Нафтогаз», как продавец газа, получает только ту часть, которая называется «цена газа как товара». Это 60-70% от того, что заплатит потребитель. Из этих денег компания должна покрывать затраты на покупку газа и остальные расходы. Напомним, что тарифы на свет, газ, тепло и горячую воду резко возросли на Украине с 1 апреля. Согласно соглашению между Кабинетом министров Хунты и Международным валютным фондом, цена на газ для населения повышается в среднем на 285%. Из-за роста стоимости электроэнергии с 1 мая выросли тарифы для населения на воду от 4% до 100%. Вместе с тем народные депутаты добиваются пересмотра тарифов, считая их необоснованно завышенными.